Сами что-то сказать и готовы ответить на все ваши вопросы. Ну, мы, модератора нет, поэтому давайте буквально несколько слов, да, несколько человек скажет. Проект «Бессонница» — это проект, в общем, первый портала «Диксиплекс», в который мы решили вложиться после манифеста, который сделал Илья Куликов, что традиционный телевизор ничего больше хорошего не покажет, или мы выйдем на прямой разговор со зрителями, они нас поддержат, или будем делать интернет-слово через API, что на самом деле, лучше буквально недавно. И хочется выходить к аудитории с сериалом не потому, что он дает высокий рейтинг для того или иного канала, а потому что люди могут сказать, что есть хорошее русское кино, интересное, живое, искренне. И, в общем-то, сериал «Глухач», чему началось победоносное движение и Ли как автора, и компания «Дикси», и сериал «Меч», наверное, это заключалось в том, что эти сериалы, даже руководителями каналов назывались сериалы с новой искренностью. Но, тем не менее, каналы хотят остаться примерно на том же уровне искренности в отношении с аудиторией, а нам хочется двигаться дальше, нам хочется делать по-настоящему хорошее кино. И смыслом и сегодняшней пресс-конференции, и той кампании, которая будет сейчас развиваться, рекламная и информационная кампания, донести до зрителей идею о том, что если вы, зрители, хотите поддержать
нас в наших устремлениях делать кино для вас, вы, пожалуйста, поддерживайте нас, платите очень небольшие деньги за наш сериал в интернете, мы будем делать для вас много такого кино. Здесь сидят в том числе актеры и авторы других сериалов, которые хочет смотреть аудитории, но которые не очень хочет показывать наш телевидение, например, сериал «Меч». Мы можем, наверное, сегодня заявить, да, что если зритель нас поддержит, будет вам «Меч 2». Ну, если актер, конечно, поддержит. Ну, а сейчас я хотел передать слово, на самом деле, автору и, собственно, идеи «Бессонницы», и, в общем, наверное, отцу-основателю самой идеи «Диксиплекса» как портала по прямой коммуникации с аудиторией Илье Куликову. Спасибо. Сам проект «Бессонница», он, конечно, был задуман немного раньше, чем портал «Диксиплекс». Я его задумывал как что-то новое, что совершенно другого уровня, более высокого, чем раньше у нас было в России в сериальном производстве. И когда мы начали его, условно говоря, проектировать, то есть там начали подбирать там, бюджет, подбирать людей, кто будет на нем работать, стало понятно, что это будет другого уровня кино, чем было раньше, и на тот уровень распространения, который был раньше, то есть телепоказ, рассчитывать как-то стало немножко страшновато и, может быть, даже в чем-то не камильфо. Захотелось действительно другого уровня, чтобы никто нам не говорил, как нам снимать, что нам снимать, и людям просто это показать напрямую. Тогда я придумал создать «Диксиплекс», причем не по аналогии с кабельными американскими каналами или с тем, что существует у нас, например, это «Медиатека». Это не месячная подписка, это именно человек платит за каждую серию, за сериал, который хочет, и получает его в свой доступ навсегда. То есть это своего рода такая медиатека, то есть как библиотека человека. Он создает аккаунт, и на всю жизнь все, что он один раз оплатил, за ним. Он может смотреть это сколько угодно, с каких угодно устройств. Вот мы никого не обманываем, не даем каких-то онлайн-просмотров, не надо находиться в сети, ты можешь скачать. Ты можешь смотреть на телевизоре, на среду спрашивают, не боитесь ли пиратства, но мы как бы не боимся, мы хотим создать новый образ мышления зрителей. Пиратство отдельное дело, но мы хотим создать новый образ мышления у зрителей, чтобы они как-то были с нами в контакте, были частью нашей команды, если им нравится смотреть, чтобы они были с нами. Это не просто онлайн-кинотеатр, это вот такой с легким оттенком, может быть, какой-то социальной сети даже, если можно так выразиться. Вот. И, собственно, производя «Бессонницу», мы поставили на карту все, что у нас было. Это очень дорогой проект, и для того, чтобы для такого вещания мы надеемся или выиграть, или проиграть, скажем так. Ставки очень высокие, мы очень волнуемся, и дай бог, что все получилось. Так, я думаю, можно посмотреть серию. Еще кто-нибудь группа? Смотрим. Режиссер Мальников. Давайте посмотрим кино. А да, я в двух словах скажу, потому что я, в общем, за экономику отвечаю. Да, мы надеемся на то, что количество просмотров платных, количество людей, которые будут смотреть наш сериал, позволит нам этот проект окупить, и нам не придется идти на телевизионные каналы для его продажи. Вот на что, собственно, мы надеемся. А в чем это более резкое или более глубокое? Давайте посмотрим первую серию. Да. Мне кажется, было бы лучше, если бы в двух словах я сказала, что в чем новое, что мешало вам оставаться в рамках телевизионного проката, и что вы хотите, чтобы мы, когда смотрели серию, мы видели, можно сказать. Во-первых, телевидение дает заказ. Телевидение не всегда берет ту тему, которую вы хотите. Если вдруг, не будем как бы называть стереотипы каналов, чтобы никого не обижать, но у каждого канала есть свой стереотип. Кому-то про этих, кому-то про тех. Ниша своя. Ниша своя, да.
продукте. Вот. И они очень редко берут то, что им предлагается, особенно если оно какое-то новое, авангардное. А если и вдруг берут, то они начинают диктовать свои условия и все равно подстраивать это под свою нишу. Это во-первых. Во-вторых, бюджеты. Бюджет этого сериала в два раза больше ровно, чем на любом канале нам могут позволить. Ну, из того, что мы делали, да, разумеется. Мы надеемся его купить. И подход к этому как кино. То есть у нас есть кинорежиссер, у нас есть кинооператор. И, фактически это многосерийное кино, это мини-телесериал. Вот с таким подходом мы это делаем. Вот еще один вопрос. Вы уверены, что аудитория, ну, условная, да, я так понимаю, что вы ориентируетесь на ту аудиторию, которая смотрит телевизор, да, и знает вам, вас в том числе про сериал «Глухарь» и так далее. А, и вот эта аудитория, как вы считаете, она будет вообще платить в интернете? В силу того, что в целом даже медиатеками пользуются, ну, как бы пользуются популярностью, да, но еще не настолько большой, чтобы запускать собственное производство и делать фильмы и сериалы именно за счет тех денег, которые поступают в потребителю. На 100%, конечно, мы ни в чем не можем быть уверены. И телевизионная аудитория, наверное, мы даже более того знаем, что она не вся будет платить, даже большая часть ее платить не будет, но мы рассчитываем на привлечение новой аудитории, той, которая как раз не смотрит телевизор, те люди, которые говорят, там, я телевизор не смотрю, а их большинство, тех, кто не может быть привязан к эфирному времени, тех, кто смотрит все время в интернете, ну, другой немножко состав, но и надеемся, конечно, что успех наших других проектов, ну, хотя бы небольшую часть привлечет. Так конкретно, конечно, мы ни в чем не уверены. Мы рискуем, мы делаем это первыми. Надеемся, что это принесет нам победу, потому что победить можно только будучи первым, вторым и третьим. Смотрим.